Волга – национальная гордость России, главная водная артерия Чувашии. Но это природное богатство необходимо беречь. В Чувашии реализуется проект оздоровления Волги. На него предусмотрено выделить почти 2 триллиона рублей. Очистные сооружения уже возводятся в Урнарах и микрорайоне Волжский в Чебоксарах. В последующем ливневки будут построены в микрорайонах Грязевская Стрелка и Новый Город на улице Якимовской города Чебоксары. Реконструкция ждет очистные сооружения в Ядрине и оздоровительном центре Белые Камни.